получается, у этого у дурачка, который продает рецепт. Я помню. Просто там не все они продают. Иди нахуй. Чела, может, не знают, блядь. Ой, блядь. Валет, это не профит нихуя. Так, у этого дурачка флюксов что-то нету. Я в огре здесь. Ну вот как-то так нету, блядь. Все. Я подрубил с 30-минутной задержкой чисто запись. А как тут врубить стрим-то, блядь? Все. Видно, нет? У тебя этих дурачков есть, блядь, нет? Да, вижу. А, у этой есть. Так, получается, нужно сколько? 30 штук нужно, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да я знаю. Но хочется покликать. Чё, блядь? Так, 30 штук, все, заебись. Да, блядь. Все, крафчу с Монти пока. Да, блядь. Короче, чат, здорово всем. Если что, блядь, задержка на стриме сейчас 30 минут стоит. Стрим подрубил чисто для того, чтобы... Стрим подрубил чисто для того, чтобы записать этот исторический момент, как я собираю Thunder Fury, так же, когда собирал Сульфура. Да, блядь, хули он, блядь, сбивается с крафта? А, у меня места, блядь, нету, я понял. Сек. Блядь, такую речь хотел сказать, ёпта мохнатка. Короче, кирку продам, потом выкуплю. В общем, чё говорю, блядь, включил для того, чтобы просто записать этот исторический момент, чисто потом видосик сделать на память, чтобы через несколько лет посмотреть на это, потому что раз в жизни такая хуйня происходит. Ну, очевидно, можно на пиратках играть, но осуждаем пиратки. На офсервере это один раз в жизни, первый раз и единственный, поэтому исторический момент сейчас полетим. Может быть, после этого я буду стримить WoW. Может быть. Я вообще планировал в ближайшее время уже, но это, опять же, все на словах, поэтому хзм. Посмотрим. Если что, вы не слышите войса, я отрубил программы, чтобы вы не слышали войса, чтобы там никакого запретного слова случайно не залетело, ничего такого вот не было. Поэтому... Надеюсь, там звук игры нормально работает, потому что, опять же, я особо не тестил, но вроде все настроил нормально. Короче, по факту, не стрим, а запись стрима. Ну, точнее, не запись, ладно, это не запись, а... Это... Ну да, по факту, как запись. Чисто фрапшу. Фрапшу на память. Потом задержку, собственно, офну и поговорим. Поговорим, чат. Вот, все, поэтому, если там кто-то будет спрашивать, новенький и так далее, просто скажите, что задержка 30 секунд, я фрапшу. Ой, 30 минут, я фрапшу. Вот, я звук включаю дальше. С чиликами. Алло. Три штуки осталось. Ну, а полтора минуты. Ёпта махнул.
Так, все, я скрафтил. Так, как места есть. Все. Ready. У меня что-то, блядь, звука нету. Я прогай отключил вас, если что. Поэтому вас не слышно. Че? На стриме вас... Ну, на стриме не слышно ничего. Осуждаю, блядь. Кстати, ключи. Тридцать минут, блядь. Я чисто за, ну, зафрапсить это ж. Я мог бы на самом деле не врубать стрим, но... Да ну, блядь. Мало ли чё. Мало ли чё, блядь. Так, я лечу, блядь. Ну, типа того, да. Я говорю, ты на всякий случай чекни, там слышно кого, нет, но... Вообще, я затестил, не слышно. Бля, у меня, правда, теперь музыку даже не слышу, пиздец. Но музыку не слышно, охуенно, блядь. Говно, блядь. Ну ладно. Что, заинвайтите меня пока? А, вы заинвайтили, окей. Меня слышно, да. Но там прога ставится, типа, она, понял. Короче. Ну, там можно вообще просто все звуки в разные стороны направить. Типа, что ты будешь слышать, что будет слышно в прогах вообще других. Я могу... Аудиорепитер. Это Милимен мне тогда скинул. Нормальная тема. Чего? Никто не выйдет, блядь. Че, вы суманете? Я просто лечу, типа, до сих пор, если чё. Ебать. На всякий случай. Так там эта хуйня убивает, за что там банку пить, там 600 тысяч хп у него. У дурачка. Так, ну чё, сдаю, короче. Тандеран, блядь. Even in dreams I did not dare to save the day behold mortal. Как переводится rise? Поднимай, rise my master, break from your bonds, блядь, типа освободись от, нихуя прикольно тут. Behold, короче, блядь.
Ну, Rise my master, типа, что это значит? Освободи моего мастера или что, освободись? Ну, восстань ма... Break from your bounds, типа, освободи... А, да, освободись от своих оков. Короче, сдаю, ебать, слышите? Сдаю. Сдаю, блядь. Ебать. Ну, убивали уже. Бля, по-моему, немного другой был, нет? Мельмет, иду, бля, брат. Ага, блядь, ага, блядь! Чёрт. Мужики, го вайпимся. Блядь, меня зарезистил. Меня сейчас опять убьют. А если мы вайпнемся, то что, блядь, типа, заруиним? Или что? Да ебать, он здоровый, я, блядь, на максимум вебку, типа, открутил, не помещается, как ты нарос. Пиздец. Да похуй. Dormant Vine Kiss, это есть, да? А, блядь, слышите, вы можете не дать, нет? Или только я могу? Да не, не трогайте. Но не трогайте, бля, он же ничего не сделал, ну. Да, что мне теперь заюзать ее, да? Нет, надо заю... Нет, вот, заюзать надо. You have defeated the Vine Seeker, take the Dormant Blade and force the Lion Queen. За что, блядь? Rise Thunder Fury, мужики, сдаю. Все, сдал. Все. Он же в оффхенд, да, берется? В мейнхенд с этим топором? Не, ну с топором, типа, в оффхенд, наверное. Ну, короче, скажешь потом. Го реально на фоне этого делаем. Бля, надо топор только снять. Всё. Бля, ебать, он здоровый, блядь. Чё, куда мне вставать? Так, я... Ну, типа, полукругом можно, да. Го только ближе к мечу, ближе к мечу, сюда. Или с другой стороны, типа снизу вверх. Ну чё, вы ровно встать не можете или чё, блядь? Блять, он исчез, сука, блять. Так. Ну да, меч пропал, это зашквар, блять. Так, а как там убрать эти бары? Альт-З, да? О, сюда, блять. Так, и надо ники еще убрать, блять. Как ники убрать? Хотя не, ники надо оставить, наверное. Надо оставить ники. Да. Все. Ха-ха-ха!
Сейчас эффектов дохуя будет. Во, заебись, блядь. Ha ha ha!